Очень скоро цитадель будет уничтожена взрывом, масштабы которого я не могу предположить. Ясно лишь то, что после него радиацией будет заражена зона в радиусе многих миль. Если вы все еще находитесь на территории Сити-17, немедленно покиньте город любым доступным вам способом. Повторяю, покиньте Сити-17, пока не поздно. Я не знаю, сколько я смогу оставаться. Если вы все еще находитесь на территории Сити-17, немедленно покиньте город любым доступным вам способом. Надо было идти за тем грузовиком. Да знаю, знаю. И это называется безопасный путь из города? Черт, это все, что у нас есть. Прием. Кто из сопротивления есть на связи? Мы в южной части вокзала, здесь полно людей Альянса. Не ушедшие поезда еще есть? Цитадель может взорваться в любой момент. Эй, друг, опоздал на поезд. Переключитесь на канал 227, если вы все еще на связи. Ты здесь? Да, я здесь. Извините, но последний поезд ушел около 20 минут назад. Я не знаю, слухи это или нет, но много участников сопротивления направляются в старую ракетную шахту в горах Белой Рощи. Похоже, что и мы едем туда же. Идите по старым каналам, чтобы уйти из города. Словом, или выбирайтесь пешком, или сядьте на поезд на другой станции. Другой станции? Мы отрезаны от всего города. Нам тоже не сладко. Тут уйма зомби. Мы выйдем на связь как сможем. Спасибо за дрянные вести. Так и знал, что не нужно было сюда идти. Ты нас угробил! Заткнись! Я никого не угробил. Мы еще можем покинуть город. Пускай пешком. Я ненавижу ходить. Сейчас! Пошел, пошел! Присоединимся к беженцам в каналах. И лучше это сделать до взрыва цитадели. Разведай там! Поспеши! Пушку не видит? Нет, пошли. Вертушка! Уходим! Бежим, бежим отсюда! Бежим! Сейчас шумиха начнется, надо бежать как можно быстрее, давай. Эй, я и сопротив... Стой, не стреляй! Погоди, погоди!
Слушай, я и сопротивление. И сопротивление, не стреляй. Я только что жизнь тебе спас. Я вот убил их двоих, и из-за этого мое прикрытие полетело к херам собачьим, так что не надо в меня стрелять. Слушай, ГОшники все улицы держат под наблюдением. Они и это видели. Так что сейчас сюда направят патрульных вместе с солдатами. Нам надо бежать. Пожалуйста, не стреляй. Слушай, ты ведь русская, так? Смотри, я Фрэнк, я друг. Нам надо бежать отсюда. Держи меня на мушке. Делай, что хочешь, чтобы чувствовал себя в безопасности. Но нам надо бежать, понимаешь? Ты английскую речь понимаешь? Да. Совсем немного. Поспи немного, пока время есть. Гражданская оборона. Блин. Бегом сюда, черт возьми. Давай, пошли. Может, снимешь вон тех парней, которые стоят в конце улицы? Ага, вон видишь рекламник? Давай, лупи по нему. Скажи честно, не хотел бы я оказаться по ту сторону прицела? Знаешь, думаю, нам лучше перебраться в другое место. Нам не нужно никакого образования. Цитата из песни группы Pink Floyd. Надо бежать из города, цитадель вот-вот взорвется. Я тут смастерил тебе кое-чего в дорогу.
Подумал, что тебе он может пригодиться, правда? Надпись на пистолете «Никогда не пропадай». Что такое? Ты в порядке? Мне, наверное, насколько не то уничтожил. Надеюсь, что тебе он понравится. Спасибо. Да, нам надо идти дальше времени, до взрыва совсем немного осталось. Отлично! Мы трупы. Мы никогда не уйдем. Черт. Как ты можешь это говорить после всего, что с нами случилось? Ага. Но мы еще даже не на полпути из города. Все будет хорошо. Никто нас не тронет. Ладно. Хорошо. Все будет в порядке. Пошли. Давай, вперед. Рад, что мы с вами пересеклись, ребят. Ага, аналогично. Сколько ставите на то, что взрыв цитадели как-то связан с Гордоном Фрименом? Ты вправду веришь во всю эту ахинею про Фримена? Один человек проделал это все в одиночку? Быть того не может. Нет! Нет! Тащи его в безопасное место. Я умираю. Нет, нет. Давай, давай, бегом, ну же! Бегите!
Грёбаный хедкраб. Сними его, пока не впился намертво. Снимай же, давай. Твою мать, зомби. Перезаряжаю. Соберись.